Всем добрый вечер, друзья мои. Этот ритуал, который я сейчас хочу вам подарить, это не новая работа, это из старых работ. Но дело в том, что вы прекрасно знаете, сколько раз сливали мои каналы. И этим пользуются многие товарищи, которые со временем, вырывая из контекста мои слова или переделывая, или собирая из разных моих ритуалов, причем делая это очень неграмотно и очень по-колхозному, пытаются выставить как свои работы. С некоторых пор такие вещи начали происходить, поэтому я решила, что те работы, которые у меня были, потому что они сохранились, понимаете, тексты сохранились. Я когда-то выставляла и в Одноклассниках многие работы, которые я в Ютубе еще не показывала, но тексты сохранились. И это очень благодатная почва для аферистов разных мастей, чтобы просто взять, ну, собрать в одну кучу из разных ритуалов или переделать и выдать за свою работу. Я понимаю, что те, которые мои зрители, да и вообще люди, которые знают и знакомы с моими работами, никогда, скажем так, не перепутают. Они знают мой стиль, они знают мою подачу информации, и они никогда в жизни не обманутся, то есть не примут мою работу, да, за чужой труд. Потому что, учитывая, сколько тысяч работ мной создано, я думаю, что и ежу понятно, кто у кого берет что. В любом случае, почему мои работы должны стать, скажем так, благодатной почвой для аферисток разных мастей, чтобы они себя пытались выдать за очень умных, начитанных, кем не являются. Есть очень много различных элементов в ритуалах, которые именно мой стиль, и до меня никто не использовал и знать не знал. Поэтому, естественно, что многие узнают и мне передают, что вы знаете, а вот есть похожие такие работы, начинают выходить, я думаю. Надо обновлять свои архивы, значит, раз такое дело. Обновлять нужно, потому что, да, вот, я думаю, ваши глаза туда попали, и мои в том числе. Иди сюда пусть. Это кварц. Это бесцветный кварц, но он розовый, но не совсем. Это более прозрачный кварц. Поэтому он такой сверкающий, но еще и очень грамотная, скажем, ограненность. Перед вами фортуна. Можно разложить деньги, украшения, потому что фортуна – богиня изобилия, богиня богатства, не только богатства. Она еще богиня судьбы, и она может как дать, так и отобрать у некоторых людей. Но если к ней относиться с уважением и с любовью, поскольку она очень любит это почитание, как и любая женщина, да, поклонение, почитание, любовь, то изобилие вам обеспечено. Со временем, если вы станете ее любимицей и ее дочерью названной, то это изобилие вам обеспечено в тройном объеме или в большем. Но время от времени нужно ее и славить, и вместе с тем и просить, и подношения приносить. Здесь мы приносим подношение вино, энергия богатства и огонь. Ну, еще, естественно, наша энергия благодарности, которая... Тихо. Сейчас пройдут эти товарищи.
Надеюсь, что быстро закончится их поход. Итак, читать нужно 6 раз. Оставить вино, а лучше поставить на ее алтарь. На один день, на следующий день вылить. Потому как силы, которые приходят от нее, они питаются ароматом, молекулами еды, питья и так далее. А вино как знак благословения, благодарности, как знак уважения, которые подносили гостям, да и чествовали королей, да, и высокопоставленных людей, подносится ей. Вино красное, желательно полусладкое, и вино хорошее. Раскрой свои объятия, великая фортуна. Ты видишь мою душу и помыслы мои, и любовь к тебе, и верность. Я, дочерь твоя, преданная тебе, смотрю на твой образ и прошу тебя одарить меня благами земными, меня и тех, кто следует за мной. Прими, великая Матерь, подношения мои и даруй мне удачу во всех моих делах и начинаниях моих. Убери препятствия на моем пути, накажи вредителей моих. Моя дорога верная, и цель моя есть изобилие вселенское. Одари меня, прекрасная Матерь, благами земными, меня и тех, кто следует за мной. Я буду знать только твою заботу, и не буду знать отказа ни в чем. Из рога изобилия твоего я получаю желаемое. Да окружает меня твоя забота и любовь, а изобилие твое окутает меня. Знаю, что услышана моя мольба, и знаю, что получу я твое благословение. Одари меня и тех, кто следует за мною. Величайшая из богинь, Аве, фортуна изобильная, Аве, фортуна изобильная, Аве, фортуна изобильная, да будет так. Раскрой свои объятия, великая фортуна, ты видишь мою душу и помыслы мои, и любовь к тебе, и верность. Я дочерь твоя, преданная тебе, смотрю на образ твой и прошу тебя одарить благами земными меня и тех, кто следует за мной. Прими, великая Матерь, подношения мои и даруй мне удачу во всех моих начинаниях. Во всех моих делах и начинаниях моих. Убери препятствия на моем пути. Накажи вредителей. Моя дорога верная, цель моя есть изобилие вселенское. Одари меня, прекрасная Матерь, благами земными, меня и тех, кто следует за мной. Я буду знать только твою заботу и не буду знать отказа ни в чем. Из рога изобилия твоего я получаю желаемое, да окружает меня твоя забота и любовь, а изобилие твое окутает меня. Знаю, что услышана моя мольба, и знаю, что получила я твое благословение. Одари меня и тех, кто следует за мною. Величайшая из богинь, Аве, фортуна изобильная, Аве, фортуна изобильная, Аве, фортуна изобильная, да будет так. Там дети ходят и сбивают меня. Раскрой свои объятия, великая фортуна, ты видишь мою душу и помыслы мои, любовь к тебе и верность. Я дочерь твоя, преданная тебе. Смотрю на образ твой и прошу тебя одарить благами земными меня и тех, кто следует за мной. Прими, великая Матерь, подношения мои и даруй мне удачу во всех моих делах и начинаниях моих. Убери препятствия на моем пути, накажи вредителей. Моя дорога верная, цель моя есть изобилие вселенское. Одари меня, прекрасная Матерь, благами земными, меня и тех, кто следует за мною. Я буду знать только твою заботу и не буду знать отказа ни в чем. Из рога изобилия твоего я получаю желаемое. Да окружает меня твоя забота, а изобилие твое окутает меня. Знаю, что услышана моя мольба, и знаю, что получу я твое благословение.
Одари меня и тех, кто следует за мною. Величайшая из богинь, аве фортуна изобильная, аве фортуна изобильная, аве фортуна изобильная. И в конце, когда вы 6 раз прочитаете, нужно говорить: «Я славлю тебя, великая Матерь изобильная, ни на один день, ни на один час, а на целый век и на целую вечность. Да будет так». И после сделать, как я говорю, оставить вино, либо поставить на ее алтарь, если у вас есть алтарь, либо поставить на подоконник, если у вас нет алтаря, и на следующий день просто вылить. А алтарь сохраните в таком виде несколько часов, чтобы энергия богатства, энергия изобилия и прочее вот как бы пропиталась. И если у вас есть алтарь, вы можете просто каждый раз, подойдя к ней, поставить бокал с вином и прочитать вот хоть каждый день 6 раз вот это вот как бы прославление ее. И в скором времени результат вас удивит, потому что у богов не только просить нужно, их иногда нужно славить и благодарить, потому что это тоже некая энергия, которая уходит к ним. И в конце концов уважение к ней уже, как бы скажем так, дает свой результат. Она вас слышит и помогает во всех делах. Это, в принципе, ритуал удачливости, можно сказать, энергии удачи привлечь на свою сторону. Всем удачи, всех благ, и пусть одарит фортуна всех тех, кто этого достоин.